the majority, as you say. Был здесь 11 лет назад, но мне кажется, ничего не поменялось. Да, сейчас самая главная гонка в сезоне для меня и для команды, ну для всех гонщиков в пелотоне. Не такой это приятный путь был, конечно, да, были какие-то неудачи, падения, но это часть велоспорта профессионального. Сконцентрирован, наверное, на эти 3 недели, и уже все вот эти неудачи я стараюсь о них не вспоминать. Копенгаген так приняло гонщиков, очень так тепло, учитывая, как мы провели вчерашнюю презентацию, эта публика, это вообще эти аплодисменты. И эти 2 дня, которые мы провели здесь на тренировке, люди нас встречают очень тепло, скажем. Большие цели ставлю именно перед собой. То, что было в прошлом году, я стараюсь это, конечно, не забывать, но и не вспоминать часто, чтобы не зацикливаться на каких-то достигнутых целях. Сейчас нужно стартануть, главное, Tour de France за первую неделю без всяких последствий. Ну и, конечно, уже ближе к горным этапам уже ты уже поймешь свои ощущения. Ну, судя по тренировочному сбору, который прошел на высокогорье и который прошедшая гонка Tour de Швейцария, дает тоже уверенность, что самочувствие в порядке и форма в нужном направлении. Can we do a test? Testing 1, 2, 3. Testing Tour de France. Testing 1, 2, 3. And well, the Andiamo. The fans were incredible. I mean, a lot of riders were saying that they had never seen so many people on the side of the road before. I don't know how many people live in Denmark, but I think every Danish person was on the side of the road. I think we got through these first few days safe so far, which is the main objective for us. It's not that you can win the tour, but you can definitely lose everything in just 1 second. So far everything's gone pretty well. Tappa con tratti di Pavé. Noi stiamo preparando adesso le biciclette per questa tappa. Вот таких кулеров у нас сегодня 3, по 80 бидонов и дополнительно еще 120 бидонов на 12 пунктов. Ребята будут брать питание с земли, потому что в машину подъехать за питанием практически невозможно. Questi sono i tre della Rubé. Как правило, будет много стресса, много падений. Thank you.
поставим. Этап попытались, все получилось. В принципе, отыграли и боролись за победу на этапе. Но у генеральщика была своя стратегия. Показал Алексей, что нужно не бояться, идти вперед. И поэтому, я думаю, этого не хватило на второй неделе. Где надо рискнуть, попробовать уехать и отыграть время или побороться за этап. So today was last stage of the Tour de France, stage 21 here on the Champs-Élysées. I mean, it's a special stage. You know, you first 2 hours is a bit of a parade, and then riding into Paris, you ride past the Louvre, you do laps around the Arc de Triomphe. It's some of the world's most famous landmarks. So it's really a cool experience, and was a nice way to finish off 3 weeks. In the end, Lutsenko is top 10. It's a nice result for the team, and looking forward to the rest of the season.